Мы в поселке Нефтяников Зольная. Приехали в поселок. Почему это поселок Нефтяников? Здесь добывали нефть. И о том, что добывали нефть, на Дворце культуры, на гербе буровая вышка. Сейчас нефть на Волге есть, но она законсервирована. Дворец культуры в поселке Нефтяников Зольная. И вот вид на Волгу из поселка Зольная. В поселке Зольная идем на экскурсию на сыроварню. Сейчас заходим на сыроварню. Ремесленные сыры и молочная продукция. Вот сыроварня Ярила. Сырохранилище. Здесь хранятся. Сейчас это не основное сырохранилище. Основное сырохранилище находится в Красном Яве. Там есть пещера. Губернатор Самарской области, тогда еще Микушкин был, нам выделил такую большую секцию, где хранятся основные виды наши сыры. Здесь по большей части хранятся молодые сыры и делаем для экскурсии. А там 2 градуса хранятся. 2 градуса 70. Где-то нет, даже суши. Влажность, потому что сыры любят холод. То есть сырное растество, как я говорил, их погружается на полки. Козий сыр покрывается вот в такую красную упаковку для того, чтобы он не терял аромат. Коровий сыр оболочку не покрывает. Он покрывается своей собственной корочкой. Козий кочета. Самарский это наш шахтовский вид сыра, который мы производим уже на протяжении двух лет. В прошлом году этот сыр занял первое место на сельской ярмарке сыроделов. Вот этому большому сыру 6 лет. Он еще здесь будет храниться 4 года. И только после этого они его отправят на ярмарку. Этот сыр невозможно разрезать, его можно только разрубить топором. Это коллекционный сыр Гауда. Сверху стоят Гауды 5-летние. Сыр хранится до 25 лет. Этот сыр кочета с пожитником. Пожитник – это семена грецкого ореха. Вот эти маленькие сырочки, мини-кочета из козьего молока. Сейчас будем дегустировать сыры. Уважаемая группа, давайте дадим слово экскурсоводу. У нас дегустация. Это сыр Маздам. Выдерживается 5 месяцев. Самарский сыр выдерживается 7 месяцев. Этот сын пармезон. Твердый сыр выдерживается 11 месяцев и погружается в белое вино. Потом месяц выдерживается, и потом его едят. Сыр поволоне с красной корочкой. Он натирается вялеными томатами. Сыр камамбер с белой плесенью. Дорблю, сыр с благородной голубой плесенью. Это греческий сыр. Халуми, греческий жареный сыр. Жареному сыру полагается лимон.